Очень сильно задолбался. Тебя могут закидать помидорами. Правильно я понимаю? Это было, наверное, пару лет, да, назад. Это то, что люди хотят. Но хорошо бы, чтобы платили. Вот реально беспредел. Круто, прикольно. Давай завтра еще 10 бери. Не надо делать всякую такую хрень. Привет, друзья! Сегодня у нас интересная история человека, который делал очень крутые результаты на вебинарах в свое время и очень сильно задолбался. И тут, да, такое превращение из такого пахаря внутри своего такого экспертного бизнеса и перевод в формат уже полноценной системной онлайн-школы. У нас в гостях Стас Рождественский. В свое время Стас взорвал российский рынок, делая там по 60 миллионов рублей с одного вебинара. Про это мы даже там послушаем рассказ. И сейчас у Стаса новый проект. И сейчас оборот порядка там 20-30 миллионов рублей по месяцу. Но уже совсем по другим правилам. А ты прошел акселератор, это сколько было времени назад? Это было, наверное, пару лет, да, назад. Это была еще тогда ну, старая версия такая, инкубатора, но уже она была с такой системой. И вот интересно, как ты проходил вот эту вот трансформацию перехода от такого эксперта, такого больше соло, да, в формат командной работы? Вот это интересно. Ну, на самом деле, вот я реально проводил очень часто вебинары, было в день там по три вебинара живых. По три живых вебинара, да. И произошла в первую очередь, ну, естественно, выгорание идет, когда ты беспредельно... Расскажи тему свою. То есть это было обучение, как заработать на недвижимости. Да, инвестиции в недвижимость. Очень непопулярная в России тема. Там меньше 1% людей интересуются инвестициями в недвижимость. Да, в России считается, если там в Америке у всех там с детства счета инвестиционные там, и так далее, то в России это вообще непопулярная тема. Меньше 1% людей интересуются недвижимостью. Вообще в целом считается, что там инвестиции, когда там уже для миллионеров, миллиардеров, а обычные люди там нечего есть на колбасы, там на колбасу нет денег, да, поэтому куда инвестировать. Вот. И благодаря тому, что вот были тысячи вебинаров. Ну, то есть в свое время, вот это тоже для слушателей, мне кажется, это интересно, то, что ты понял, что вебинар работает, и что если привести людей на вебинар, то у тебя случаются как бы, ну, продажи. Ну, ты начал каждый день фигачить, да? Да, ну изначально, если, вот чтобы было понятно тем ребятам, которые только стартуют, запускаются, да, у меня была очень крутая модель запуска изначально. То есть я вообще ничего не знал. То есть это была новая сфера, да, и я ходил на конференции, то есть у меня была какая стратегия? Стратегия называлась «Партнеры». То есть я ходил просто на конференции, все, какие мог найти, знакомился со спикерами, которые выходили со сцены, брал у них телефон и говорил, что вот есть интересная тема, там, давайте я вам вышлю там какие-то записи своих вебинаров, да, и с вами запустимся. То есть вот, то есть модель была вот такая, то есть мне говорили, там, скинь мне свой лендинг, покажи мне воронку, дай трафик, дай серию писем, дай мне там, ты на JustClick или еще где-то, я говорю, что такое лендинг, что такое там JustClick там и так далее. Вот. И вот эти запуски все происходили, они за счет вот как раз партнеров, потому что, то есть мне говорили, окей, все, завтра вебинар, там, ты, я приходил, не знаешь, откуда там в вебинарной комнате люди, вот, ты им рассказываешь свою тему, и как бы вот так происходили запуски за счет партнеров. С течением времени это все транспонируется из-за того, что я вел очень много вебинаров, ну, то есть первый там платный курс у меня было сразу там больше 1000 человек. А это там поиск объекта, нужно найти объект, его проанализировать по специальному чек-листу, надо проверить 1100 домашних занятий за 3 дня. Естественно, что там нужно будет сразу там 10 кураторов нанимаем, там 10 не успевает проверять, давай завтра еще 10 бери. То есть был вот, вот реально беспредел, и команда там за 2 недели выросла там до 54 человек. И это был такой взрывной рост, в принципе, ну, у вас он был еще больше. Да, поэтому ты уже понимаешь, что вот этот хаос там, да, и ты с ним не справляешься и ничего не можешь сделать, потому что, ну, вот столько людей купило, надо же как-то доводить до результата. Вот, и благодаря тому, что фактически было там 2 года почти каждый день вебинары, и постоянно бралась и обратная связь, то есть вначале я обучал инвестициям в недвижимость, потом уже, когда рынок недвижимости упал в 2014 году, когда был кризис субстандартного ипотечного кредитования, и уже люди понимали, что как бы все цены просели, да, и все хотят купить там квартиру за 1 000 000 рублей, да, а торговые центры, которые стоили там по 120 миллионов рублей, там можно было на 50 миллионов просто по телефону цену скинуть, просто позвонить, сказать, вот вы за 120 продаете, у нас там есть 80, там, готовы продать или нет, и там скидывали по телефону 50 миллионов.
И благодаря тому, что уже было комьюнити, сообщество учеников, то есть прозвучала такая идея, то есть все идеи шли на самом деле от учеников, обратная связь вот такая, что, блин, ребята, вот смотрите, на 50 миллионов дешевле торговый центр, давайте вместе там объединимся, скинемся и купим, и будем вот пассивный доход получать, как бы вместе делить. Вот так пришла идея, еще я съездил в Америку на обучение, там как раз было, вот, вышел закон Jobs Act, который принял Обама, что можно там совместные инвестиции, краудфандинг, начались вот эти площадки Kickstarter, Boomstarter. Да, и так вот, можно сказать, из обучения инвестициям в недвижимости плавно проект перешел в совместное инвестирование. Сейчас, я бы хотел просто подчеркнуть важную вещь. Вот, ну, мы же тогда с тобой общались, и мы практически стали там в отношениях продюсер-эксперт. Да? Но ты потом как-то соскочил там с этой истории. Да, но я помню, что ты устал от живых вебинаров. Я помню, что... Ну, я не просто устал, просто уже, ну, есть... там специальные стратегии ведения вебинаров, да, то есть как по Станиславскому, каждые 7 минут должно быть там от плюса в минус, там, да, вот у вас хорошо, кстати, это проделано, когда у Дмитрия история там Forbes, вот я здесь, я умираю, там минус там 25 миллионов там и так далее. И вот когда я первый, у меня была реальная история, когда у меня там у отца был инсульт, инфаркт, и он там чуть, там, ну, реально умирал, я к нему не приехал из-за бабла, там, работы, встречался, там, делал корпоратив Альфа-банк. Я когда на вебинаре рассказывал эту историю, у меня реально шли мурашки вот так по всему телу. Вот, а когда ты ее рассказываешь уже в тысячный раз, да, то у тебя уже, ну, как бы, тебя самого не пробирает, да, ты превращаешься вот просто... Ну, то есть уже как бы не то, ты понимаешь, что... И не можешь ты одно и то же рассказывать, ну, по крайней мере, у меня так, не знаю, может, кто-то может там петь 30 лет, там, «Ветер с моря дул» на концертах. Вот, и из-за этого реальное выгорание, да, и ты уже как бы сам развиваешься, выходишь как бы на новый уровень, хочется там торговые центры покупать, отели большие строить, а приходится объяснять там какие-то элементарные вещи как бы для начинающих, уже просто интерес пропадает, и как бы сам выгораешь. Почему ты начал с вебинарами работать? Ну, потому что вебинары — это самая быстрая модель, самая простая, когда можно собрать людей в онлайне, им не надо никуда приезжать, и любой человек, имея ноутбук, и сбоку, и из дома может смотреть мастер-класс. Вот эта модель самая быстрая, и как бы она интерактивная, когда человек может получить обратную связь, написать какой-то вопрос, задать. И в онлайн-школах, то есть самые большие продажи идут с онлайн-вебинаров, потому что человек видит эксперта, он может задать какие-то вопросы, получить сразу обратную связь. Поэтому самый быстрый старт и больше всего монетизации идут именно вот с вебинаров. Ну, то есть, по сути, ты, переходя в другую модель, ты как бы терял, ну, тот бизнес, да, в какой-то степени? Ну, у нас было как? У меня супруга является диджеем. В тот момент она была там одним из топовых российских диджеев. Девушка ходила в топ-3 самых гастролинговых диджеев. То есть я был как ее директором, и мы ездили по всей России. То есть каждые 3 дня у нас был новый город какой-то. Вот. И я как раз в тот момент узнал, что вот есть онлайн-школы, что можно запуститься через интернет, зарабатывать деньги из интернета. И мой первый вебинар, и я себе поставил такую цель, вот, что если я заработаю сейчас с вебинара 1 миллион рублей, то я прекращаю вот этот гастрольный бизнес. Хотя мы были реально там топ-3, там диджей Электро можно набрать в Ютубе, посмотреть там, то есть мы гастролировали плотно. Вот. И в тот момент я уже не ездил с супругой на гастроли, у нее был свой директор, и я как раз веду первый свой вебинар, и с нашей базы, где там все диджейское оборудование, они вот здесь сбоку прям собирают там наушники, короче, вертушки и так далее. Я говорю, ребят, вот сейчас если будет на лям продаж, короче, все, я этот бизнес, короче, ну все, закрываю, больше никуда не еду, не гастролирую, ничего. Все, и проходит вебинар, они собираются на гастроли с директором, все пакуют. Вот я захожу в биллинг, 2 миллиона 444 тысячи. Все, я говорю, парни, на сегодня начинается новая веха моей жизни, я заканчиваю гастрольную деятельность, я прям встаю, там студия, все, там профессиональная студия, там мониторы стоят, я прям все джеки вынимаю, штекеры, сетевые шнуры, говорю, все, убирайте колонки, все, эта история в моей жизни закончилась, и начинается новая история онлайн-бизнеса. В первую очередь я сразу понял, что фактически вот в онлайн-образовании ты можешь стать Билл Гейтсом, да? Билл Гейтсом не по популярности и там по доходности, хотя хотелось бы тоже в Форбсе на первом месте быть, а что ты можешь сделать один продукт, как вот Windows, да, и продать его 10 тысяч раз. Uh-huh. Ты делаешь один продукт, продаешь его 10 тысяч раз, тебе не нужны доставка, там, логистика, склад, аренда офиса, вообще ничего не нужно. То есть ты можешь реально сделать крутой продукт и продать его много миллионов даже раз. То есть вот это была
как бы прорывная идея, и фактически это может делать любой человек, там, грубо говоря, там, на кухне сидя или где-то в любой деревне, да, было бы желание. Ну и тебе не надо гастролировать. Ну да. Как говорит моя жена, говорит, еще круто, что если там на дне города где-нибудь облажаешься на выступление, то тебя могут закидать помидорами, а здесь даже если будут кидать, там в монитор свой кинуть, до тебя не долетит. Что-то еще тебя привлекает, ну, точнее, привлекало на тот момент в драйв-бизнесе? А, да, вот это был первый момент. Второй момент, что ты можешь достучаться фактически там, до 155 миллионов, да, это русскоязычное население, да, и тебя могут там на вебинаре на первом там были и, там, из Нью-Йорка, из Америки. Там, 350 Дубая. Миллионов русскоговорящих. А, даже так, да? Что фактически вот ты можешь достучаться до каждого. Почему ты решил пойти к нам учиться? Ну, вообще, самый простой способ добиться успеха – это моделирование. То есть найти тех людей, в которых достигли успеха в этой области, да, и просто спросить, что вы делали и как, да, и сделать то же самое. То есть это самый простой способ добиться успеха. И фактически, что сейчас сделал акселератор, это я называю просто революцию. Да. Революция там, в онлайн-школах, революция в образовании. Во-первых, ну вот автоматизированная воронка фактически там на 90, там, я не знаю, 9%, да, если иметь в виду там sales, да, продающую часть. И во-вторых, таких там чеков наша страна не знала. Теперь она знает. Миллионные чеки в автоматическом режиме. Я думаю, что это не предел, и что можно дойти до десятков миллионов. Вот, фактически, и это первая тема. Вторая тема очень важная – это окружение, да, потому что когда ты себя окружаешь там успешными людьми, да, вот, если кто не знает, да, вот Сергей являлся там один из основателей IBM на начальном этапе, да, и вот ты варился как бы с людьми, которые уже там делают миллиардные обороты, да, в год, и поэтому, естественно, как бы вот твое окружение. Может быть, из-за этого, кстати, да, пришли вот к таким большим чекам и к таким вот оборотам, и ко всему. Поэтому здесь, так как мы с Сергеем дружили уже там года три, наверное, да, когда Сергей хотел продюсировать меня, у меня вот был доступ к телу гуру. Да, я мог консультироваться, всегда там встретиться, позвонить. Да, это очень важно, поэтому по возможности нужно всегда, как бы, и сам я, когда обучался, я всегда покупал там у экспертов самые дорогие там пакеты, да, вот сейчас, например, мы хотим выйти на, сейчас продаем, как бы, для обычных людей, для B2C, сейчас хотим выйти в B2B, да, все, я просто прихожу и покупаю там, смотрю, кто самый крутой на рынке в B2B, да, Катя Уколова, все, иду к Кате и покупаю у нее самый дорогой коучинг, где я могу с ней лично пообщаться и сказать: Екатерина, вот смотрите, вот такой продукт клевый, как мы его можем продавать, как бы, топ-менеджменту, которому дарят автомобили, да, эта компания тратит миллион на этот Hyundai Solaris, давайте вместо Hyundai Solaris эта компания потратит на 900 тысяч меньше, да, и купит виллу в Таиланде, в Майами, в Барселоне или еще где-то. Как бы и статус, ну, то есть просто берешь, еще раз вернемся, да, там много историй было, что самое простое – это найти людей, которые уже достигли какого-то результата, и спросить, как это было достигнуто, что я делаю неправильно, куда мне идти. Угу. То есть что в итоге получилось, какой вот результат сейчас есть? То есть что сейчас у тебя за проект? Сейчас получилось так, что благодаря тому, что я провел там 1000 вебинаров, мы постоянно спрашивали обратную связь. И получилось так, что мы транспонировались из ниши, которая была нужна, там, интересовала меньше 1% инвестиций в недвижимость. А мы пришли к нише бесплатных путешествий по всему миру, которые интересуют там 100% людей, да, то есть получается, что вначале были инвестиции в недвижимость, потом был, когда кризис инвестиций в недвижимость, сами ученики сказали, давайте объединимся и будем покупать большие объекты вместе, мы стали покупать большие объекты вместе для кэшфло, чтобы, то есть пассивный доход от аренды делить там на всех, да, чтобы не один там человек заселяет, выселяет, а управляющая компания. И после этого сказали, давайте вот мы на всех купили уже, в Москва-Сити, кстати, мы реализовали проект, у нас 3 рекорда России по совместным инвестициям официально зарегистрированных. То есть у нас получилось так, что за 2 года, из-за того, что мы проводили много вебинаров и постоянно спрашивал обратную связь у людей, что мы хотим, у нас получилась трансформация ниши. Из ниши, которая интересовала 1% населения инвестиций в недвижимость, мы соединили это с нишей путешествий, да, который интересует всех, потому что все хотят отдыхать
Да, и у нас получился продукт, который вышел вот на широкую аудиторию и с более большим чеком там в несколько раз. У нас первый проект был в Сочи. В Сочи там элитные, там как Москва-Сити, небоскреб, на первой береговой линии квартира стоит 20 миллионов. Вот люди, которые покупают эту квартиру за 20 миллионов, они, как правило, из других городов, они в ней живут там 2 недели или 3 недели или месяц. Дальше она стоит пустая. То есть мы как сообщество такое объединились и говорим, зачем нам, чтобы 20 миллионов тратить, чтобы квартира эта стояла пустая, давайте найдем, кто хочет купить, вместе скинемся и купим как бы объект. То есть по факту это в складчину покупка объекта. В году 52 недели мы стоимость квартиры поделили на 52. Получилось так, что человек может купить одну неделю, один раз там проинвестировать 100 тысяч рублей, 138 у нас был в первом проекте. За 138 тысяч рублей ты покупаешь неделю в Сочи на всю жизнь. Ты получаешь свидетельство о собственности, где написано, что одна 52-я доля квартиры твоя. Все, ты один раз заплатил 100 тысяч, да, и потом каждый год у тебя есть там неделя, или можно купить 2 недели, 3 недели. И как бы каждый год бесплатно ездишь отдыхать. И насколько я помню, там ты рассказывал, конверсия достаточно высокая, рынок массовый, да, и ты как бы в какой-то степени выполнил идеальную формулу вот этих вот интернет-продаж, да, то есть идеальная формула интернет-бизнеса, она какая? Это массовый рынок, да, то есть 350 миллионов человек. Даже вот у акселератора, у него не такой массовый рынок, как у тебя, например, да, то есть вот эти вот там недели в году, это интересно всем, потому что, то есть все люди хотят путешествовать. И там есть огромное количество людей, которые не могут, там хотели бы это делать бесплатно. Соответственно, ну, массовый рынок. Это то, что люди хотят. То есть это второй элемент формулы такой идеальной ниши. Да? То есть вот бывает, продают то, что людям надо, например, там диета какая-нибудь, там, или здоровое питание, обучение здоровому питанию. Да? Вот, ну, как бы хотят ли это люди? Не очень. Да? То есть люди хотят быть стройными, но они не хотят обучаться здоровому питанию. Да, вот у тебя есть этот второй элемент. То есть люди хотят бесплатно отдыхать, да, по сути. А третий элемент – это высокие конверсии на, ну, вот, на воронке. Да, то есть что Стас сделал? Он замоделировал самые крутые вот презентации таймшер компаний, да? Правильно я понимаю? И сделал реально очень мощный продающий мастер-класс. Да? Из живого продающего мастер-класса ты переделал в автоверсию, сделал, да, то есть автоматическую историю, добавил туда отдел продаж, ну, вот как раз по схеме добавили акселератора. Добавили розыгрыш путевки, чтобы доходимость была. Да. По схеме акселератора, то есть это автовебинар, плюс отдел продаж, плюс, соответственно, трафик. Да? И получается, что массовый трафик, который очень хорошо конвертируется вот на этом вот конвертере автоматической воронки, да, и, соответственно, дожимается потом отделом продаж, чтобы вот уже вытащить максимум и сделать крутые окупаемости. Да, и вот расскажи про этот сервис обмен домами. То есть это же тоже интересно. Да, то есть вообще вот все инсайты, и мы к этому продукту, к массовому, пришли вот как раз из-за обратной связи. То есть проект мы запустили вот в Сочи в 2015 году, уже прошло 3 года. 3 года люди бесплатно отдыхают. У нас было самое большое возражение такое, что окей, я могу купить там, и я бизнесмен, у меня есть деньги, я могу купить и месяц, и два, но я не хочу летать постоянно в Сочи в одно и то же место. Мы стали искать информацию, как можно, имея вот эти недели, да, отдыхать в разных местах, не ездить только в Сочи. Вот, нашли американский самый большой портал homeexchange.com, где можно меняться домами. То есть это подобно, как в фильме, многие, наверное, смотрели, фильм «Отпуск по обмену». Вот, мы стали искать подобные, и на этом портале вот уже сейчас происходит более 1 миллиона обменов в год. Вот, то есть тема постоянно растет, потому что нет никаких, как бы, напрямую, нет Booking.com, нет Airbnb, ты просто напрямую, и это реально полностью бесплатно. Мы стали искать такие русскоязычные порталы, нашли русскоязычный портал, который уже работает 10 лет, вот обмендомами.ru, то есть там все русские собственники, русскоговорящие, больше 10 тысяч человек, которые имеют недвижимость, то есть это русские люди, русскоязычные, которые имеют недвижимость там на Канарах, там в Майами, еще где-то по всему миру. Вот, и они готовы меняться с этой недвижимостью, то есть не надо переписываться там с американцами, с немцами, потому что многие там не знают языка. То есть это все русскоязычные люди из 51 страны мира, у них объекты недвижимости и более 10 тысяч объектов на сайте. Можно меняться. Я нашел собственников этого портала, позвонил, говорю, здравствуйте. То есть у нас на тот момент уже 300 семей вот так отдыхали бесплатно, их надо как-то менеджерить. Там, я хочу тогда-то поехать. А я хочу тогда-то поехать. То есть вначале это было все в автоматическом режиме, но сейчас, когда уже это, их несколько сот, то мы понимали, что это нужно как-то систематизировать и автоматизировать, чтобы это было без звонков, а на онлайн-платформе или в мобильном приложении. Вот, нашли портал, я нашел собственников, позвонил, говорю, дайте нам программистов, которые вам делали этот портал, мы хотим сделать такой же, мы не будем вашими конкурентами, потому что вы на открытый рынок для всех, а мы хотим вот для собственников наших недель, кто уже купил недвижимость. Вот,
девушка, которая была владельцем этого портала, она говорит: Станислав, я уже 10 лет владею этим порталом. Вот, я даже в Сколково выиграла, там, что это крутая бизнес-модель. Вот, но у меня вот сейчас родился третий ребенок. Я работаю юристом, живу в Питере, я не понимаю, как его монетизировать. Вот, и она говорит: я готова вам продать этот портал, не нужно искать там каких-то программистов. Да, я вам продам его как бы весь. Было зарегистрировано 3 товарных знака. Там, ну, то есть была там огромная работа проделана, были отзывы там Первого канала, там ОРТ, РТР там, и так далее. Вот. И она хотела его продать за 7 миллионов. Ну и уже там база, естественно, клиентская. Вот. После месяца торгов мы купили этот портал за 300 тысяч рублей. За 300 тысяч рублей он стал нашей собственностью, и поэтому нам не надо было разрабатывать с нуля там что-то. Мы взяли готовых людей. Да, и, кстати, у нас портал тоже люди купили уже, наш проект. Вот так, можно сказать, вот была трансформация, как бы 2 года из вот ниши онлайн-обучения перешла в физический продукт, в недвижку и превратилась вот в такую широкую аудиторию. Круто, это подтверждает, что с онлайн-мастер-классов можно продавать, по сути, все что угодно. Можно продавать виллы, дома, отели, да? То есть, причем абсолютно безграничен чек. То есть настолько мощный вот этот инструмент интернет-маркетинга, и мы считаем, что это самый мощный вообще инструмент в мире, ну вот по продажам в интернете, это онлайн-мастер-класс. И особенности автовебинара. Если его правильно сделать, правильно докрутить, встроить в правильную систему, он будет конвертировать очень круто. Ну что, прикольно, что по сути у тебя получилась формула вот такой вот идеальной ниши в интернет-бизнесе. Я вот когда слушал твою историю, я, знаешь, прям где-то вот так вот даже у меня промелькнула зависть, потому что у тебя более широкий продукт, чем у меня, да, то есть и потенциально вот этот проект, ну, это сотни миллиардов долларов, знаешь, то есть учитывая, сколько недвижимости покупается, да, то есть что такое формула идеальной ниши в интернет-бизнесе? Это супермассовый продукт масштабный, да, то есть это все люди, всем интересен отдых, да. Это идеальный оффер, соответственно, отдыхай бесплатно, да, то есть это, ну, очень круто. А это высококонверсионный мастер-класс, соответственно, то, что, ну, ты взял, поизучал вот эти вот все продающие мастер-классы офлайновые таймшеров, да, и сделал прям очень мощный продающий мастер-класс, дающий высокую конверсию, да. Дальше, соответственно, подсоединяешь туда отдел продаж, который дожимает, да, то есть есть вот этот вот крутой конвертирующий мастер-класс, дожимающий отдел продаж и такой безграничный океан трафика, да, причем 350 миллионов человек, высоченные конверсии, высокий средний чек, да, сюда, это же тоже часть такой вот идеальной формулы. И то, что люди хотят. И то, что люди хотят, да. И Сереж, я же добавлю, и пятое, что когда, допустим, если мы продавали, когда я продавал обучение, вообще есть статистика такая, да, что в обучающих программах всего лишь 2% людей доходит до результата. Ну, то есть кто-то не хочет делать, кто-то там боится. Здесь получается, вот в нашем продукте все, кто вписался, 100% результат будет отдыхать бесплатно всю жизнь. Круто, прикольно. Окей, давай расскажем слушателям, как вы недвижимость за рубежом, в Таиланде, там, в Европе продаете в интернете. Ну, на самом деле, вот есть воронка, да, есть вебинар, онлайн-мастер-класс, который идет там 5.5 часов. Ну, естественно, мы не говорим, что он 5.5 часов, потому что иначе люди не досмотрят его. Вот, на котором закрываются как бы все возражения, то есть блок юридический. То есть вначале мы вели живьем, там несколько месяцев мы вели живьем, выписывали все возражения, которые были, все вопросы. Как это оформляется, что я получу, как юридически это, да, на кого оформлено, могу ли я это передать по наследству детям, могу ли я сдать это в аренду, а как будет, если приедут мои друзья. То есть все эти возражения были систематизированы, сделаны в MyMap, да, отдельные, и на вебинаре дается отдельно. Там, первое – о продукте, второе – о Таиланде, третье – об объекте, там, где находится, что находится, как, там, что рядом, потом блок юридические моменты, блок что я получу, там 3 гарантии. Да. То есть мы в вебинаре говорим, что так как мы понимаем, что вы сейчас сидите дома, смотрите мастер-класс и фактически принимаете решение о покупке элитной курортной недвижимости за рубежом, поэтому в нашем договоре есть гарантия 100% возврата. Прям показываем договор, показываем прям пункт, что если вы при первый год вашего бесплатного отдыха. Если вдруг вам что-то не понравится, вы можете вернуть все деньги. По первым требованиям мы вам вернем все деньги. То есть мы говорим, что мы настолько уверены в нашем продукте, что мы даем вот 100% гарантию возврата в первый год отдыха. Uh-huh. Вот. Ну и отдельно, то есть если человек оставляет заявку, ему приходит видео
юриста, двухчасовое, где за 2 часа юрист прям каждый пункт договора разбирает. То есть это проделана на самом деле огромная работа. То есть мы к этому шли фактически вот там многие годы. Ну, то есть трансформировался продукт, да, и поэтому, когда там средний чек у нас сейчас там 500 000, и да, он каждый месяц растет, поэтому мы понимаем, что когда там человек покупает за 500 000 что-то в интернете, там просто смотря вебинары, ему нужны гарантии. Поэтому мы вот даем даже такую гарантию полностью. Что бы ты хотел отметить в технологии акселератора, что вот тебе наиболее помогло? Во-первых, ну, сама модель продаж, да, то есть автоматизация систем продаж. Да, то есть я уже сказал, что фактически вот акселератор, он произвел революцию на рынке онлайн-образования российском, да, и поэтому фактически первое, что помогло, это окружение, да, ну, то есть потому что я говорю, что когда я сам обучаюсь, да, я вообще тренинговый наркоман, то есть я вписываюсь во все обучения, меня даже наоборот сейчас, то есть нужно не мотивировать, а наоборот говорить, это не делай, туда не ходи, этот коучинг тебе не нужен. Вот. Первое, что как бы, то есть это тоже моя стратегия, которая, наверное, нам помогает. Я ее называю стратегия «заходить сверху». Да, то есть когда там, мы покупали недвижимость в каком-то городе, в новом, да, город Кимры, там, да, Тверская область, я просто ездил, я ехал, узнавал, где, в какой тренажерный зал ходит мэр города, я реально там чуть ли не подбегал, когда он делает джим лежа, там, давайте я вам поддержу в штангу, там, да, и знакомился, ну, чтобы был, вот, это называется стратегия «заходим сверху». Когда супруга захотела быть диджеем, мы говорим, где самая крутая, кто самый крутой диджей России, вот, диджей Грув. Все, пришли к диджей Груву, 2 года учились у диджей Грува. Все, сейчас кто, где самое крутое обучение онлайн-школам? Все, однозначно, акселератор. Идешь к акселератору, покупаешь самый дорогой тариф, где есть телефон личный Сергея, там и Дмитрия, я не знаю, есть такой тариф или нет. Вот, поэтому, ну вот, это самый быстрый путь к успеху, фактически. Что, Стас, ты посоветуешь ребятам, которые хотят запуститься в онлайн-образовании, и сейчас вот, ну, как бы, идеи выбирают, нишу? Я считаю, что везде должен быть тест стратегии, да? То есть есть люди, которые уже достигли в этом результатов, да, на общей, как бы, уже, можно сказать, всероссийском рынке, всероссийском уровне. Поэтому здесь, когда мы начинали, да, там, 3 года назад, это было какое-то, я не знаю, там, полуподпольная какая-то непонятная тема, да, а сейчас уже это все идут огромные, там, залы, там, 20-тысячные, там, трансформация, вторая, третья, там, мэр города сам поддерживает, да. Мэр города говорит, что, ребят, вот онлайн-образование, смотрите, Ксения Собчак. Хочет сделать онлайн-школу мэров сейчас. Серьезно, Сергей Собянин, да? Вот, поэтому первое, что нужно, просто брать и делать. На самом деле, все есть. Когда я проходил это обучение там 3 года назад, это не было там, не было вот настолько сейчас все так, когда работает огромная команда, 30 человек, там, методологи, там, продукт весь просто разложен настолько, все вот просто по полочкам, там, сделай шаг один, вот, результат, обратная связь, шаг 2, да. Сейчас фактически просто, даже, я не знаю, нишу тоже, да, можно выбрать, да, приходишь, тебе все дают полностью. Поэтому надо просто, ну, брать и делать. А как выбрать нишу? Ну, на самом деле, вот это одно из самых главных, мне кажется, выбор ниши, потому что, в первую очередь, здесь нужно слушать свое сердце. Свое сердце, потому что, ну, многие там пишут, еще Сократ там, или, да, еще с древних времен, что когда ты будешь заниматься тем, что тебе нравится, да, то ты не будешь ни одного дня работать, ты будешь кайфовать от жизни. Фактически человек проводит 92% времени на работе. Поэтому если ты будешь заниматься чем-то, что тебе не нравится, то ты будешь просто всю жизнь как бы в несчастье. Да? Поэтому выбрать нишу – это одна из самых главных моментов. Да? Поэтому здесь я не знаю, как выбрать. Вот реально прям технологии у меня нет. Вот, как у меня получилось, я просто реально херачил. Вот просто ты ведешь 3 вебинара в день и спрашиваешь людей, почему вы не вписались в обучение? Они говорят, мы не вписались, потому что нет того, нет того, нет того. Проводишь следующий вебинар, говорит, вот хотели то, 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 вот вам то, то, то. То есть у нас вот мы сами к этой нише пришли только благодаря обратной связи. Мы ничего не придумывали, мы спрашивали, что люди хотят, и как бы шли вот и так вот потихонечку трансформировались за вот эти 2 года. Поэтому с нишей нужно идти к экспертам, которые помогают там распаковать тебя, да, понять твои какие-то, вот, что тебе интересно, да. Ну, есть такая схема, как выбрать нишу. Подумай о том, что бы ты делал, да, всю жизнь, если бы тебе за это вообще ничего не платили. Да, и вот это фактически есть, может быть, ниша, но так сложно, да.
Ну хорошо бы, чтобы платили. Ну хорошо бы, чтобы было 100% охват, высокий чек, чтобы люди это хотели сделать. Это и есть формула идеальной ниши, действительно, которую мы даем. Ну, по нашей модели выбора ниши, вот мы рекомендуем, конечно же, смотреть там, где интересно, в первую очередь. То есть, да, вот, ну, учитывая, что в акселераторе очень много разных ниш, мы изначально блокировали людей, говорили, что там ниша, там, как наблюдать за птицами, там, не надо делать, да, там, как выращивать грибы-вешенки, не надо делать, там, типа, обучать, там, женщин, как десерты печь, не надо делать всякую такую хрень, да, но потом мы видим, что там, на тортиках там 8 миллионов, да, там, а онлайн-школа наблюдателя за птицами там уже вот миллион сделал. Ну, то есть, как бы, ты понимаешь, что, в принципе, вот, ну, многообразие, оно такое бесконечное, да, и вот там, где человеку интересно, вот туда и надо идти, там потенциально очень много денег. Второй момент — это где человек уже эксперт, вот он, ну, есть бэкграунд, да, ты там в школе учился, куча образований, там, опыт, и это может быть не твое предназначение, например, но ты там суперэксперт. И это может быть та ниша, куда имеет смысл зайти. Бывает, что есть такой какой-то крутой эксперт, и ты можешь его спродюсировать, да, то есть ты не сам экспертом встаешь, а ты встаешь продюсером. Но запаковывая каждую из этих ниш, в любом случае, там, выбирая сердцем, понятно, очень желательно смотреть, чтобы все было по формуле. Чтобы была масштабная ниша, высоченный средний чек, чтобы была крутая конверсия, и тогда жить гораздо легче. Потому что гораздо легче работать в бизнесе, который, ну, сам по себе масштабируется, да, который вот, ну, ты берешь даже самый какой-то тухлый трафик, он все равно конвертируется, да, то есть тебе не надо быть в борьбе. И вот что мне, наверное, хочется тоже сказать как некий стимул для старта в онлайн-школах, это то, что, ну, в этом мире все возможно. Вот ты запостулировал, что ты хочешь, чтобы было там высокая прибыльность, крутая масштабируемость, высокие средние чеки, чтобы было там нелегко, и, ну, чтобы было легко, там, без какого-то лишнего геморроя, чтобы там, ну, как-то вот было по кайфу, где радость, где интерес. И это все есть в онлайн-школах, то есть это все можно добиться. То есть в какое-то время мне кажется, что я даже сам запостулировал эту нишу, да, вот ты, по сути, запостулировал, ну, вот эту вот нишу, в которой ты сейчас, которая может очень сильно масштабироваться. Поэтому выбирайте сердцем, но придерживайтесь все равно фрейм вот этого вот некой формулы легкого и быстрого масштабирования, потому что, ну, это определенные просто элементы такого вот успеха. Друзья, если вы хотите узнать формулу идеальной ниши, как вот, ну, ее выбрать, там, какие элементы, и вы хотите понять, как создать онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта, вы можете быть сам эксперт, ну, как вот Стас, например, вы можете взять другого эксперта, его запаковать, продюсировать, как вот, ну, мы, например, это делаем. Приходите на наш бесплатный мастер-класс по ссылке, кликайте, мы также даем бонусом список самых прибыльных и востребованных ниш и еще PDF-очку «Пошаговый план создания онлайн-школы». Спасибо, Стас. Хочется пожелать тебе прям, чтобы был супер масштаб. Я там с интересом наблюдаю за твоим развитием. Желаю высоких конверсий и чтобы за 2019 год, ну, минимум 1 000 000 000 рублей вы сделали. Спасибо большое. То же самое, только X10 желаем акселератору и всем резидентам акселератора. До новых встреч. Пока-пока. Пока.